Мамочка, я хочу кушать. Ты сделай мне мою любимую кашку. Нет, Люся, солнышко, сегодня ты не будешь кушать кашку. Ой, ты меня будешь кормить шоколадными шариками? Нет, не угадала, малышка. Смотри-ка, что я для тебя сегодня приготовила. Фу, что это такое? Выглядит неаппетитно. Это макароны по-флотски, Люся. Или еще их называют макароны болоньез. Открывай ротик. Давай, будем пробовать. Но я боюсь это пробовать. А вдруг мне не понравится? Мне эти макароны кажутся такими невкусными. Но если ты не будешь пробовать, то как узнаешь, вкусные они или нет? Давай сделаем так. Если ты сегодня попробуешь это новое для тебя блюдо, то получишь от меня сюрприз. Сладкий сюрприз? Да, сладкий. Ну ладно, я согласна. Вот и хорошо. Открывай свой ротик. Скушай одну ложечку за маму. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно! Мне понравились эти макарошки. Вот видишь, а вначале ты не хотела даже их и пробовать. Давай-ка скушай вторую ложечку за свою сестричку Алису. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Третью ложечку за братика Мишу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И четвертую за старшую сестричку Эмили. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, я уже наелась, мама. Эти макароны такие сытные. Мне больше не хватится. Хорошо, Люся, я не рассчитывала, что ты много съешь. Ведь это было новое блюдо для тебя. Умница, ты заработала свой сладкий сюрприз. Смотри-ка, в этих веселых капсулах твои любимые конфетки ПЭС. Какая из них тебе нравится больше? Уточка, лев, собака или утенок? Я выбираю уточку с розовым бантиком. Она так похожа на меня. Ладно, малышка, тогда держи. Интересно, какого же вкуса там конфеты? Сейчас узнаем. Мои любимые апельсиновые. Вот так сегодня моя малышка Люся в первый раз попробовала макароны по-флотски. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!